Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом» и только. Это у нас продолжение прохождения игры «Corpse Party». Первая часть «Bloodcover 3 Painted Fear». И мы, в общем, продолжаем проходить пятую главу. Начинаем проходить пятую главу, прошлую серию, 12-й. У нас закончилась четвертая глава. И, в общем, с 13-й серии «Чёртовой дюжины». Начинается, в общем-то, не будем начинать проходить пятую главу, последнюю. Там еще, конечно, останутся еще экстра главы, но все это, да. И также и дополнительные концовки, другие там плохие концовки, альтернативные. Но еще другое интересное в этой игре я уже покажу в бонусных видео. В общем, начинаем тогда сразу же. Итак, мне это... Так, не кнопку нажал. В общем, начинаем. В общем, закончилось на том, что там двое героев, Аюми и Юшики, смогли выбраться, в общем, с того проклятого мира, из проклятой школы Тензин, там немножко разорвав, как бы, смогли помочь этим, в общем, трем этим детям убитым, вернуть их там части тела, зеленые, и, в общем... Могли вернуться, в общем, в свою настоящую реальность. Назад, в общем-то, домой. Но они только двое. Остальные то остались, в общем-то, там, где они. В общем-то, это проклятая шкура. Кто-то там параллельно, потусторонним мире. Вот. И появилась неожиданно перед ними, там, двумя вот этими героями. Одна, в общем-то, всех трех девочек, трех детей, одна из трех детей, которая... любит там когда там и которые участие и в общем которые злость которых можно сказать некая ненависть как-то в общем-то и способствовало созданию в общем этого всего мира то подстороннего которые постоянно попадали какие-то да, подростки получается так что хотя там по-моему не только школьники попадали в тот мир там как выясняется в общем-то и даже взрослые люди там подобно того же Кивики Сенсей которые попал, видимо, хотел как-то разобраться, в общем, во всем этом. Там, в общем, там случай случае, в общем, гибели этих детей, это какого-то руки, как кажется, руки учителя, который был, в том числе, сыном директора бывшей этой школы Тензина, которая была потом снесена там по причине этого случая, этого, с убийством этих детей, да. Потом этот директор даже покончил с собой, в общем, из-за того, что там его, как бы, детище, вот эта школа, которую он лелеял, в общем-то, ждала плохая, в общем-то, там печальная участь. Видите, там ее снесли, потом и на месте этой построили Академию Ксараги. Герои, в общем-то, этой игры, они являются как раз учениками этой Академии, которые попали, из которых мы играем в этой игре. Так. В общем, пока смотрим вступление, потом продолжим обсуждать, в общем-то, сюжет этой игры. Будем постепенно разбираться в нем. Так, эту боль невозможно терпеть. Мой разум затуманился, и в какие-то моменты мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Но ужасная боль не давала мне шанса отключиться. Я бы не отказался даже от секундной потери сознания. Мои страдания не разрешали мне вот так вот хоть ненадолго расслабиться. Единственное возможное облегчение – это смерть, смерть и смерть. Я согласен на все, но страдания все никак не могут прекратиться. Я словно моллюск, насильно вытащенный из своей раковины. Меня не только приготовят в пищу, но и посмакуют моими мучениями. Как помню, там как раз вот эта девочка, одна из погибших детей, она... Потом это. Третья жертва получила множественные удары ножницами левого глаза. Ah!
до тех пор, пока я глаз полностью не вытек. Убийца, в конце концов, оставил ее медленно умирать в страшных муках. Хе-хе-хе, долго же ты держишься. Больно, больно. Все бы уже закончилось, если бы ты умерла. Ферн такой мягонький. Давай попробуем вытащить его. Хорошо. А теперь продолжим. Как ни странно, но после нанесения этих увечий убийца вернулся и отрезал жертву на языке. А теперь открой рот и скажи «А». Нет. 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 Мамочка. Глава пятая. Финал. Будем так называть. Что этим красным светом все это выделяется на белом фоне. То есть название-то. Так, ну в общем, мы узнали, кто мне снижает из прошлой. А, это еще продолжается, ладно. Потом об этом. Что с тобой? Ты вся дрожишь от страха. Так, это вы кричали промолчать. Ну это он кричал. Промолчать? Ну не знаю. Вы зависели от выбора что-либо вообще дальше. А потом другие выборы влияют на то, что выжили вообще-то тут. Сестра. Сатоши. Ну, ладно, в общем, попросим-ка. Это вы кричали? Я только что слышала, как вы кричали. Что-то случилось? Я кричал. Не помню, чтобы я издавал хоть какой-то звук. Поднимайся. Если ты будешь продолжать здесь сидеть, съежившись страхом, мы никогда не найдем ни мою сестру, ни твоего брата. Мой животик. Юка-чан. Тебе плохо, Юка-чан? Интересно, интересно. Значит, вот как выглядит человек, который терпит добродело. Какая жалость. Интересно, какое лицо у него будет, если я оставлю ее сделать это прямо здесь? Погодите, жалость? Я сказал, что мне ее жалко? То если я скажу тебе остаться жить со мной? А? Что? С ума поехавший, в общем. Еще один с ума поехавший. Да, не повезло, в общем-то, не встретить этого приятного типа. Извините, я думаю, что даже пойду одна. Точно, правильное решение. Я сама найду своего братика. Нужно от него удержаться подальше. О чем ты говоришь, Юка-чан?
Так. Я твой старший брат. Ну уже все. Глава поехала уже. Психопсихопат стал. А ты моя младшая сестра. Это нравится, да? Мы никогда не сможем отсюда выбраться. Все, кто попал сюда, погибнут. Поэтому нам ничего не остается, как стать братом и сестрой, до тех пор, пока мы тоже не умрем. Ну, прощайте. Давай-давай, быстрее, дай мне отправление за нее, Катериэль. Юка-чан, тебе лучше не спускаться вниз. Минуту назад там произошло что-то ужасное. А, ну да, ну он раскинул этого. Звал как бы друга в кавычках, на самом деле не друзья. Один думал, что мы не друзья, а троим. Силу с его. Не знаю, какое-то маниакальное поведение. Помешательство. Шизофрения, не знаю, как это вообще как-то объяснить. Кинул прям, да, через дыру там. Да, лучше тебе не знать. Пошли отсюда, пошли. Дайте мне управление за нее, в общем-то. За нее будем... А, сейчас он будет, наверное, погониться за ней. Так, нам там, где вниз надо идти, получается. Он не хочет, чтобы мы шли вниз, пойдем-то вниз. Давайте пока сохранимся, в всякий случай. В общем, как мы знали в прошлой главе, что виновница всего этого, гибели этих же там трех детей, на самом деле, не четырех, а трех, является четвертая эта, которая думали, что она как бы жертва тоже, что она там единственная, кто смогла выжить в том моменте. На самом деле, не учитель был виноват, а вот эта девочка, которая на самом деле тому времени, возможно, уже была и не жива. Вот Сачика, так называемая. Вот так вот. Ее показали в качестве главной злодейки. Точнее, видимо, она уже, наверное, была, мне кажется, уже призраком была. Итак, в общем, продолжается прохождение игры Corpse Party Boot Cover 3 Poet Fear. По счету же он будет получать 13 серия. И, ну, в общем, с этого момента мы там, конечно, уже серию мне, в общем, к этому моменту было записано. Но там, в общем, посмотрел прохождение, оказывается, в этом месте просто там совершил одну ошибку, которая может привести к концовке. Поэтому Ой, так, нет, не надо. Ну-ка, погоди-ка, не надо сохранения. А, в общем, с того момента решил переиграть, чтобы... Так, нет, не надо вообще-то. Так, выходим. Там, по-моему, тут у нас Кизами где-то ходит, по-моему, вверху. Да ведь? А, или он там просто пока остается. А, в общем... Так-то я помню, когда мы играли за вот Юю, за Юку, сестру Саташи. В общем, я там попался этому Кисами. Удалось, в общем, от него сбежать, прятаться. И в итоге, если тут момент, если ты так сделал, то это против плохой концовки. Но это, в общем, я там полностью такую серию записал как раз этим моментом. Но посмотрел, в общем-то, вспомнил, что в общем-то... Если так сделать, то это получится плохая концовка, я решил все-таки прохождение делать с хорошей концовкой изначально, а потом если все уж плохие по концовке показывать бонусное видео. Так что... Да, это в общем как раз друг этого получается, которого этот Кисами гад сбросил вниз. Скинул его в одну из дыр в полу. Или живой. Какой? Кто ты? Меня зовут Мачида. И вас живут сильно поранен. И попробуй найти что-нибудь, чтобы остановить кровотечение. Мой носовой платок не поможет. Давай же, Юка, думай. А, вот он появился сразу. Да тебе скорее нужно убегать. Отсюда.
Но если вам не помочь, то вы умрете. Я прижму рану рукой. Умирайте, пожалуйста. Нет, уходи. Скорее. Куросаки! Куросаки, что это ты тут разлегся? Юка-чан, почему ты не слушаешься своего брата? Да она вся бьется в конвульсиях. Как ужасно. Хизами, не делай этого. Хизами, прости. Что? Я должен был сделать что-то большее, когда мы были детьми, чтобы ты в итоге не вырос таким. Я ведь твой лучший друг. Но я никогда ничего не предпринимал. Я делал никаких попыток изменить тебя. О чем ты говоришь? Неужели до сих пор считаешь, что ты был для меня лучшим другом? Я не помню, чтобы ты хоть раз оступился за меня. Да. Я действительно считаю, что был плохим другом для тебя. Раньше тебе это совсем не волновало, но... Мне очень интересно, что же ты, мой так называемый лучший друг, должен был для меня сделать? Просвети меня. Что-то вроде этого. Больно. Перестань обвинять в своих грехах других людей. Ах ты! Внимательно посмотри вокруг себя, Кизами. Смотри, что ты творишь. Здесь нет твоих врагов. Никто тебе не угрожает. Мы ведь твои друзья. Да ты совсем, видать, оглупил Куросаки. Да, этого героя же, видимо, не изменился. Он уже все окончательно свихнулся. Или по изначально был таким уже свихнувшимся. Мой животик. Ужасно, болит. Баратик. Ты очнулась, Юка-чан? Все будет хорошо. Старший брат защитит тебя. Твой сильный старший брат позаботится о твоей безопасности. Нет. Что это такое? Ключ от лаборатории? Куросаки, ведь тебе ведь он больше не пригодится. Куросаки, омай ни а мо хицуё най ё на. Разве не ужасно, что призраки убивают людей? Ты ведь не хочешь, чтобы они напали на тебя? Верно? Но сейчас все хорошо. Я не позволю им ничего с тобой сделать. Что бы ни случилось, я защищу тебя. Я сам со всем этим покончу. Я оборву крошечную свою жизнь. Так, сейчас вот начнется. Мате! Мате! Куда же ты? Подожди, не убегай. Так, сейчас как раз нужно будет от него убежать. Так, а дай-ка здесь сохранимся, так вот он
оказывается, ей нужно, не нужно было идти к призраку. Так, в общем, потом ящик, этот шкаф упадет и... Все, капец. В общем, в любом случае ее поймает этот Кизами. Так, ну давай перезапишем, в общем, и пойдем убегать от этого гада. Так, давай-ка появляйся. Так, уходим от него, уходим. Извини. Так, у тебя ключа нету. На теле Куросаки нет ни одного живого места. Внутренние органы вываливаются наружу. Черт. Да, бедный, бедный Куросаки. Нормальный человек был. Может... Нет, вряд ли. Зараза такая. Так, уходим. Уходим, уходим. Свечка не горит. Отлично. Да, Юка. А Юка, беги, давай, беги. Так, Форест Гамп. Беги, Форест Гамп, беги. Не останавливайся. Он там появится, скотина. Так, наверх не поднимаемся. В общем, просто бежим, потому что смысла значит... Ничего, осматривать нету. Нужно от него убегать. Иначе нас поймает. И капец. Так что... Ух ты ж, мать! Я не туда бежал чуть-чуть. Ой, памятник сюда не ссылся. Вот все, оббегаем, в общем, все это. Сейчас ключик мы найдем. Скоро время вам какой-то. От лаборатории, наверное, всё-таки. Где же ты? Чё-то мне напоминает очень сильно... Так, давай, Юка, не стой на месте. Чё-то напоминает очень сильно какой-то момент из игры. Какую-то игру. Быть хорошей девочкой, Юка, пойдем со мной. Я убью тебя, я убью тебя, Юка. Эй. О, ключ берем. Так, это ключи от главного выхода, взять их, конечно же. Все, и уходим быстро. Давай, не стой на месте, Юка. Фух. Вот как раз. Хотя, по-моему, кто не остановит. Он же ящик поднимет, точно. Так, дверь главного входа заперта, без ключа их невозможно открыть. Давай, открывай. Дверь теперь открыта, уходим. Всё. Уходим быстро, 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 быстро. Фух. Так, ну это пока временно. Временно пока отдыхать нельзя. Прям... Сюда, скорее. Погоди, зачем ты помогаешь-то вообще? Так, ну пошли туда за ней, конечно, хотя мне что-то идти не хочется, но... Мне что-то напоминает вообще момент из Resident Evil 7 части, где этот Бейкер, к этому, Джек Бейкер, ищет, в общем-то, главного героя, постоянно что-то там произносит. Итан, Итан. Прям как Игорь из этого, из момента, это, в общем-то, из этого его нового, в общем-то, шоу «Уральские пельмени» этого. Поэтому его звали, это... Я постоянно, да, любил так вот это. С этим именем что-то. Ладно. Ну, это напоминает Resident Evil 7, что-то мне не знаю. Сразу помнился. Run! Rabbit to run! Run, rabbit to run! Чем на английском рассказал, непонятно. Майю? Майю. Где же ты? Сколько уже времени прошло? Наверняка уже давно наступила ночь. Как же... Хочется пить. Нодока... Кавайта... Майо, неужели ты не понимаешь, как я беспокоюсь за тебя? Да все она понимает, понимала бы. Если бы он знал, что там с ней случилось на самом деле, как мы помним из второй главы-то. Интересно, как ты сейчас? Какие мысли тебя посещают в данный момент? Я же знаю, что тебе будет страшно.
тебе обязательно нужна моя поддержка. А ему какая же поддержка-то? Сигани! Подожди. Ты уже домой? Пупс, сегодня не пойдешь? Хороший вопрос. Сегодня начинается прослушивание на главной роли. Ох, но все равно я не подхожу на эту роль. Ну почему? Извини, но я все знаю. Ты ведь детально изучал сценарий весь последний месяц. Не говоря уже о репетициях в комнате с тренажерами. Ты все видела? Как же так? Могла бы сказать что-то, чтобы я заметил. Но я не хотел прерывать тебя. Твоя репетиция заворожила меня. В любом случае, теперь меня эта роль совсем не волнует. Но почему же? Ты и так старался. Ты знаешь, что в нашем клубе роль достается не талантливым, а популярным. Майю, я знаю тебя уже давно. Возможно, ты подумаешь, что я просто струсил. Но я не хочу принимать участие в прослушивании, когда уверен, что от этого не будет толка. Ненавижу их методы. Я всегда старался показать себя в различных ипостасях. Но все в итоге сводится к тому, что, похоже, я никому не нравлюсь. Но ты нравишься мне. Сигани, ты хороший актер. Живая роль своего героя, ты блистаешь перед публикой. Я вижу, что тебе тоже это нравится. Но если ты не получаешь удовольствие от чего-то, то оно действительно того не стоит. Я хочу сказать, что если ты будешь заставлять себя в чем-то участвовать, то ты не получишь для себя никакого удовольствия. И какой в этом смысл? Но зато я увидела потрясающую игру Сигани, как будто раскрыла секрет Раскольникова. Из героя, в общем-то, Родиона Раскольникова из книги известной Достоевского «Преступление и наказание». Не знаю, в общем, перевод это добавили просто. Какая-то отсылка или просто это в реальности в игре было. Японскими этим рабочим добавлено. Ну, бывает в переводе как-то. Ну да. Такой, бывает, такие добавляют. Только такое, наверное, случалось. Идем домой вместе. Ах да, не против, если мы остановимся у прилавка с блинчиками? Ты выберешь, наверное, шоколадом и бананом. Говорят, у них появились новые вкусы. Очень хочется попробовать. Шоколадом и бананом? А у нас, по-моему, где-то бывает продают с творогом, не знаю, блин, с мясом, чем там еще. С яблоком. Ну, хотя бы. Хотя, наверное, бананом тоже бывает, наверное. Неожиданно. У них там реальность такой, наверное, тоже продают. Майю. Теперь-то я понял. Немножко отвлекли от, в общем, всей ситуации игровой. Тяжело довольно таким вот расслабляющими флешбэками. Немного показали, рассказали персонажей о их взаимоотношениях вообще там, о характере. Ты находишься в большой опасности, если рядом с тобой не будет меня. Именно это я себе вбивался в голову. Хе-хе, да поэтому я так сильно хочу тебя отыскать. И причина не очень благородная. Каждый раз, когда ты с улыбкой приветствуешь меня, называющий Сигани, ты даешь мне желание продолжать жить. Пожалуйста, Майю, ты нужна мне. Не оставляй меня одного. Черт. Пиши страдания, единственное, что держит меня в здравом уме. И я еще не сошел с ума. Я... Как же много я нафотографировал. Ты действительно полно трупов.
У него глаза теперь изменились, что-то видно. Какой-то такой взгляд, не знаю, как, не знаю, вот, как бывает. Из японских аниме, персонажи такие вот, яндеры, типа яндеры, что получается. А то, кого угодно убить, то, в общем-то, окажется рядом с объектом обожания. Или кого там еще похожий взгляд такие. Такой взгляд помутненный. Ну или там, не знаю, ну, особого типа такой манги. На муку х хентай. Не знаю, где ты хрен поймешь. Странно. Впрочем, я тоже с тем бабахом, как кинзами получается. Добавляв таких похожих персонажа. Там рыбак рыбака видит издалека. Они, кажется, помню, здесь не встречались. Не знаю, может, в этом экстра главе будет. Я ведь даже экстра главу, по-моему, вообще не смотрел. Когда проходил эту игру. Что там вообще у них происходит, что раскрывается, какие моменты сюжетные. Странно, я уверен, что все не настоящие, но для меня они выглядят как подделки. Не более чем просто реквизит. Словечки такие, из-за этого вроде такой театральный сфер получается. Откуда-то. Конечно, это несравнимо с халтурой, которую показывают по телевизору в кино. Несомненно, эти трупы настоящие. Хе-хе. Да, смешно, мило. Особенно этот момент. Да, это мои самые любимые. Размазанная стенку туши мяса возле медпункта. Вау. Аж дух захватывает. То, что от меня осталось, это лишь кусочки человеческой плоти. А ведь когда-то все это было одним целым. Раньше она была человеком, имела свой разум, ходила и разговаривала. Если загробный мир все-таки существует, то ей должно быть стыдно за такой зародный вид. Зря он сказал так. Возможно, я бы посочувствовал ей, была бы она моей знакомой. Это только как-то иронично звучит. Одновременно грустно. Если бы он узнал, что это на самом деле. Красоты и есть. Что такое? Я получаю вызов, но телефон все еще в режиме просмотра фото. Нет экрана с входящим звонком, только рингтон звучит. Может быть, какая-то ошибка системы? Может быть, хотя такой, по-моему, возможно, если они где-нибудь очень где не оказались, это в том мире такое, что угодно возможно, даже такое. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Че? Что? Не смотри на меня. Не смотри на меня. Не смотри, пожалуйста, на мои внутренности. Чигини. Да, понять его можешь, конечно. Так вот. Услышав-то. Девочка в красном платье. Я думаю, что мы видели ее, вернее, ее призрак. В одном из темных классов, вместе с Сейко, она сидела на полу и пристально смотрела на нас. И кстати, тоже ее встречали, проходя через коридоры. Как будто она следит за нами. Еще в медпункте мы нашли за газетную статью о похищении и убийстве в школе Тензин.
Кстати, приглушенные фото жертв, и Сачика была одной из них. Я полностью уверен, что призрак девочки в красном платье — это Сачика. Но почему она здесь? Согласно тому, что мы знаем, Сачика удалось выжить. Если это действительно так, тогда сейчас она должна быть уже взрослой, но она по-прежнему выглядит как маленькая девочка. Почему-то вместе с остальными погибшими детьми разгуливает по школе в виде призрака. Тут и явно что-то не так. Тебе так не кажется? Да, я тоже это заметил. Я думаю, что после того инцидента произошло что-то еще. То, что привело к смерти Сачика. Если нам удастся пообщаться с Юдзу, то, возможно, мы сможем узнать, что же произошло. Или хотя бы больше, чем мы знали ранее. Если это поможет нам выбраться живыми, то я незамедлительно воспользуюсь этим шансом. Давай после того, как найдем Юку, поищем Сачика. Хорошо, но я волнуюсь. Я не слышала криков Юки Чан с тех пор, как мы воссоединились. Да, нужно попытаться отыскать способ возвращения в второе здание. Боже, какие симптомы! Неужели школа? А, так. Наоми, дайжоука? Наоми, ты как? Держи за меня. Она не прекращается. Наоми! А с потолка что-то упало. Саташи! У него кровь. Саташи, ответь мне, ты в порядке? Нет. Саташи! Нет, не убивай меня. Не убивай, прошу, нет. Шинозаки, успокойся. Шинозаки, ты в порядке? Все хорошо, хорошо. Назаки, ты в безопасности. Ага. Снова, в общем-то, мать его, рубашка усморкалась, как в прошлый раз. В этом главе. Нет, прикольно. Вот что со мной произошло. О чем она говорит? Ты что-то видела? Я видела, что на самом деле является убийцей. А? Вот почему извинения куклы было недостаточно. Покаяние убийцы. Требуется совершенно другого человека. Неужели ты хочешь сказать, что на самом деле была там, и ты видела сцену убийства? Да, я видела все глазами Юки-чан. Меня связали, а потом убили. Ах ты мерзавка.
Она ни в чем не виновата. Я сама захотела все узнать. Убийца – маленькая девочка. Помнишь статью из газеты, которую нам показывала Сузумото-сан? Там была ее фотография, а также имя. Девочка в красном платье. Синозаки Сачко. Говорила, что она является одной из жертв, но это вовсе не так. Кто? Нет, нет, это невозможно. Не может ребенок сделать все это. Как ей удалось похитить других детей, которые даже старше ее? Еще держат их в плену. Монстр с молотом больше похож на убийцу. Кажется, он то вполне был способен похитить детей в любое время. Он всего лишь сообщник. Когда Сачико убивал детей, этот человек сидел в углу комнаты и дрожал от страха. Не может быть. Понятия не имею, почему он помогал Сачико. Мы должны рассказать об этом нашим друзьям. Верно. Даже Нахасан не смогла выяснить правду. Хотя пробыл там больше, чем любой из нас. Если мы не подробимся за нашими, то они будут мертвы, прежде чем мы сможем их отыскать. Нельзя, чтобы они попались на пути Сачико. Нам нужно вернуться. Юги-чан, пожалуйста. Забить нас обратно в проклятую школу. Мы найдем способ успокоить ваши души и других призраков в школе, я обещаю. Но лучше вам не возвращаться. В результате вашего вмешательства проклятое пространство сейчас находится в критическом состоянии. Даже если вы вернетесь, даже если я смогу сохранить здравость ума, я не уверен, что смогу снова вернуть вас домой. Но если мы не вернемся, то наши друзья погибнут. Кишинумаку, пойдешь со мной. Мы должны спасти их. Ну уже, ради Мачи-декуна. Нафига это говорить, конечно, как грязную тряпку, наверное, нет. Хотя, нет, выбор случился. Но если, конечно, не сделать так, чтобы Юка попалась этому Кизами-куну. Ой, Кизами, вообще просто Кизами. Такой этот засранец не служит. Нормально. В общем, там тогда в итоге выбора-то не будет вообще, и там разразится сцена, в общем, выяснение отношений между этими двумя героями. Он там признается ей, что он как бы любит ее, вообще тогда и там подобное, по Санта-Барбара. Ну ладно. Хотя, в общем, ничего хорошего этого это не привезет. Не для Кишину Мэнькуна, не вообще не для трое, все турки герои, все они там в итоге погибнут. Ну, еще плохая концовка точно будет. Хорошо, мы вернемся. Ты с ума сошла? Ну, она, конечно, не сошла. В этот раз хотя бы. А ты еще от других, когда сходил, когда у него селялись все призраки-то. Когда там все вела вот эту роман, реально с ума сошла. В общем, хорошо, мы вернемся. Не только ради Мачи-декуна, он тоже. Не сильно, конечно, только нормальный персонаж. Сатоши-то. Ничего. Как бы трусил там в начале игры-то, но... Но в основном там так-то вот ситуация ведет себя достойно. Неожиданно даже. У нас нет другого выхода. Нужно вернуться. У меня мало настоящих друзей, и мне не очень хочется их терять. Что? Как там бормочешь? Нет, ничего особенного. Хотя я надеялся, что смогу увидеть Микки еще хоть раз. Придется отложить это дело. Микки? А кто такой? Это такая Микки, а кто такой? Или это такая, я не пойму. Это интересно, я не помню, что за персонаж такой. О, что, перенесись быстро.
А, ну ладно, и музыка заиграла. Вступление в владение секретной базы японской разведки запрещено. Нарушители будут наказаны. Так, мне с ним пройти, да? Ну ладненько, пошли тогда. И помощь это чего исследовать не получится. Мне действительно очень жаль, но я желаю вам удачи. Это тоже неплохо. Я хочу отдать вам одну вещь, которая пригодится группе Сатоши Кусана. Так. Пожалуйста, передайте ему это от меня. О, вы получили мраморную статуэтку. О, вот это хорошо. Спасибо. Но разве ты сама не можешь ему отдать? М? Не могу. Потому что школа начала меняться, у меня нет возможности подойти к ним. Существует еще одна красная статуэтка. Постарайтесь найти ее тоже. Да. Понятно. Так как вы вернули нам языки, то трое из нас уже готовы освободиться от оков школы. Но из-за этого внезапного действия баланс замкнутых пространств начал разрушаться. Пожалуйста, будьте осторожны. Помните, для того, чтобы зайчика раскаялась, вы должны достучаться до самой глубины ее сердца. Вам нужно очистить ее душу от злобы. Мой разум очень скоро снова изменится. Поэтому при нашей следующей встрече... Убегайте. Она исчезла? В общем, давай сейчас сосредоточимся на поиске Сатоши, Юсенсей и остальных. Где же Юсенсей? После того, как она ушла от нас, мы встретили Сузумото и Моришиги. Мы обыскали все здание. Ты уверена, что она все еще здесь? Насчет этого... Помнишь про замкнутое пространство? Нам о них рассказывал первый призрак, которого мы встретили здесь. Тот, кого мы еще не можем встретить, вероятно, находится в другой версии этой школы. И поэтому мы не сталкивались с ней до сих пор. Ты что, не вникал, когда нам объясняли? А? А, нет, я... Это я, да. Подожди, если это так, то как же мы расскажем им, кто на самом деле убийца? Мы ведь и даже найти их не сможем. Юки-чан только что об этом говорила. Она не сказала, что замкнутые миры начали рушиться. Она же сказала точно. Насколько я понимаю, это означает, что связи между мирами начали соединяться. Значит, и Юзенсы мы могут встретить о них. Так что давай попробуем их поискать еще раз. Сенсей и всех наших друзей. Хорошо, я все понял. Молодец. Точно все понял? Говорю же, что понял. Только вот... Если невинных людей снова сюда заманивают не эти дети-призраки... Да мне интересно тебя спросить. Знаешь ли ты, кто за всем этим стоит? А, ну как бы логично, Сачика, наверное, все-таки. Нет? Нет, окажется. Может быть, я смогу их спрятать здесь? Ой, чувствую, как воздух обдувает меня. Ну да, да, и меньше всего повезло. Да, с ним сейчас тяжело довольно. Но я не могу ходить с мокрым и грязным бельем. Ну там, в общем, с Наоми хотя бы, если этот Сатоши вместе, это... Ну, Моришиги там явно уже все. Мне кажется, они его не найдут. Хотя, столкнусь, Юсенсей все-таки взрослая кабана. Ладно, я иду и там... И, в общем, Нао этот, и Йошики, и Аюми вместе, а вот... И все тяжелее даже.
Как попал, в общем, к этому Кизаме еще, в общем, от него бежал, теперь вот как вот не понимает. Да. О. Ага. Снова землетрясение, из-за которого ранее мы попали в это место. Надеюсь, школа не разрушится. Все, прекратилось. Так, она, по-моему, в каком-то туалете получается. Так, ага. Братик. Братик. О, так, это плохо. За этот садчик поперл за ней, зараза. Хотя пока она жива, не попалась к этому Кизаме. Эй, ты заметил, что школа изменилась? Что интересно, да, локация вообще кардинально поменялась. Да, это не та школа, в которой мы были раньше. Это совершенно новое здание. Стало еще темнее, холоднее, постоянно ощущаю что-то присутствие. Это еще хуже, чем было раньше. Нужно поторопиться найти наших друзей, чтобы можно скорее отбраться отсюда. Да, это точно. Так, это осталось. А, ну это чем-то я нашел, по-моему. Ну, да, этот бэджик, бэджики, да. Это я, в общем-то, момент уже перезаписывал. По-моему, в общем, у нас были старшая академия Павловне. Вот это вот еще приходил, как и Мияна. А, так, задушен до смерти, 16 лет, класс 1А. Это вообще-то находили бейджик. По-моему, еще... Вот это, что ли? Нет. А, вот Энда. Вот он. Чихо Хасагава. Обездвиженный из-за перерезанных сухожилий на ногах, большая потеря крови. 16 лет, класс 2А. В общем, 5 главе, как раз эти два бейджика находил уже. Помощь еще какие-то, возможно. Так, а у нас вверху че? Кто-то находится. Так, проходы перекрыты. Пока что. Свечки не подобраться. Так, здесь тоже. Ну да. В общем, так-то, по-моему, врагов пока никаких мы не повстречаем. О, так. Эй, Шинозаки, у тебя... Что? У тебя какая-то рана? Многокровие на твоей... у тебя сзади. Ха? Что? Не может быть. Ты поцарапался сломанную доску? Выглядит... Заткнись уже. Блин, отвернись. Так, куда Боже, у этого парня совсем отсутствует чувство деликатности. Как противно. Я достоин. Что мне теперь делать с этим? Естественно, переодеться я не смогу, ибо у меня нет с собой смены одежды. Не хочется в таком виде показываться Мачидику и остальным. Блин. Блин. Я не могу так. Ой. Там что-то лежит? Это же перед ученика Академии Кисараги. Кто-то из наших должен быть поблизости. Интересно, чей он? А, это билет Накашими-сан. Тут даже остался кусочек бумажной куклы Сачико-сан. Мы взяли билет Наоми. Ну да, в общем, говорил Наоми, что она потеряла что-то, в общем, видимо, нашла уже. Красавица. Шинозаки, что так долго? Ты нашла чей-то ученический билет? Он принадлежит Накашими-сан, она где-то здесь. Накашима-сан! Если слышишь, ответь, пожалуйста. Накашима! Никто не откликается. Давай смотримся, я уверен, она где-то здесь. Ну, так-то да.
Кратик. О, все какой-то флешбэк. Ай, да ты чего? Юка! Юка, а чем ты укусил меня за плечо? Прекрати дуть на меня. Кратик, пора ужинать. А, уже пора? Понятно, я сейчас спущусь, спасибо. Могла бы просто сказать мне это, без подобных фукуртасов. Нет? Мама, братик сейчас придет. Яры-яры. Ага. Это же фраза вообще, так это... Оказывается, эта фраза, по-моему, из какого-то аниме мультфильма... А, Джо-Джо, это приключение Джо-Джо, по-моему, как там. Правильное название, не знаю, но... По-моему, ремейки Resident Evil 2, там, в общем, есть отсылка к этому аниме. Еще где-то... Яра-яра. Яра-яра. Она опять не закрыла дверь своей комнаты. Юка. О. Это был всего лишь сон? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Моя голова раскалывается. Ничего не вижу. Что же произошло? Я помню, что началось сильное землетрясение. Кто это? В моих руках что-то... Что-то мягкое? Неужели это мясо? Вот черт. Откуда такие ассоциации-то? Понятно у него. А, ну на самом деле... Понятно, за что там он. У кого-то за что-то. Ну, блин, естественно, японских это... Аниме, особенно такие ситуации там вообще постоянно. Любит они такое говорить? Чё же он дайте? Японцы. Да. И я... Сатоши. Сатоши. Наоми, извини, не пойми меня неправильно, я не хотел. Сатоши. Сатоши, как твоя голова? Тебя ударило лампой по голове во время землетрясения, а после началось кровотечение. Ты здесь покраснел, похоже, тебе сильно больно. Спасибо, что прикрыл меня от удара. Со мной все в порядке, по крайней мере, кровотечение прекратилось. Правда? Вау, это невероятно. Что это за место? Где мы находимся? Успокойся. Держи камеру крепче, чтобы снять качественное видео. Я хочу запечатлеть каждую деталь этого места, не пропуская ни одного пятнышка на стене. Понял? Потрясающе. Невероятно, что это все же сработало. Несомненно, мы получим всеобщее признание. Со снятыми кадрами, с этим фильмом, мы перевернем все представления об оккультизме. Итак, давай начнем. Думаю, что скоро и начнем писать третью статью «Невестимый факт». И это место послужит для меня сильнейшим вдохновением. Они ведь в здании этой школы? Это та самая кассета, которую ты нашел. Да, но ведь камера не работала. А что это съемка тех исследователей? Круто, это место потрясающе. Тут интересен для записи каждый уголок. Я не хочу умирать.
Классно. Будь осторожен. Мы совсем ничего не знаем об этом месте. Неизвестно, что может произойти, поэтому лучше ничего не трогай. Нет, такие вкусности нужно как можно внимательнее рассмотреть. Наверное, ты прав. О, как же круто здесь. Но, сенсей, думаете, мы правильно поступили? То, что не взяли с собой Нахо-сан, Нахо-чан. Не думаю, что она обрадуется, когда узнает. Опять скажет, что мы развлекаемся без нее. Похоже на правду. Но эта экскурсия сильно отличается от предыдущих. Я не хочу подвергать ее такому риску. В этом вы, конечно, правы. Это ведь то, что я думаю? Думаю, что да. Мертвец. Это на самом деле чей-то труп? Сенсей, это очень плохо. Давайте скорее вернемся домой. Посмотрите на униформу, она из нашей эры. Не знаю, как будто они казались каком-то там, не знаю, первобытном мире, где динозавры обитают, в общем-то. Ты из нашей эры. Не до Зойской. Я уверен, что это место связано с исчезновением множества детей. Оказывается, их трупы гниют здесь. Заря, мы решили прийти сюда. Ты прав, мы находимся в большой опасности. Хорошо, что вы согласны со мной? Вы же говорили, что знаете, как выйти отсюда, да? Как выйти отсюда? Да, я забыл рассказать тебе про выход. Нам нужно... Что случилось? Я слышу детские голоса. А мне в этот момент вам напоминает сразу эту одну игру, которая называется Клайв Баркер Джерихо или Иерихон. Где, в общем-то, по-моему, играем за какой-то отряд, который поправился там победить какого-то там еще существо сверхъестественное. И он там попадает в всякие там эти миры непонятные, точнее, части миров, в различных эпох, точнее, попадает. То там в Римскую империю, то это эпоху времен, это, в общем-то, войны Второй мировой войны, там с нацистами война, ну и так далее. И помните, там даже была эпоха, где там они попали в какое-то место, где там был какой-то, уже не только без призрак этого какого-то архиепископа, который там, который был, по-моему, отряд детей, которые, крестоносцев, которые, в общем, с ним оправились. Там с эту землю, когда мы, в общем, тут где-то Иерусалим, тут этот. В общем, там как раз момент, где герои, в общем-то, шли через какое-то место, где там на них нападали призраки, они там услышали голос и начали этих призраков детей, в общем-то, это что-то напомнил мне этот момент. Или не знаю, это мы сразу вспомнил что-то. Когда до этого первый раз записывал. Что-то мне друг этому игра вспомнилась. Когда услышал эту фразу. Прочитал, точнее. Правда? Прислушайтесь, разве вы не слышите их? Они... Откуда они вообще исходят? Успокойся, я вот не слышу никаких голосов. Сколько голосов ты слышишь? Мальчики? Девочки? Мы, наверное, думаем, что он сошел с ума просто. Кибики сенсей ничего не слышит, а он слышит. Слышу же едет, наверное. Кибики сенсей! Кибики-сенсей, я только что что-то заметил. Где? Вон там. Прямо вон там. Он побежал, да? Что-то побежало. Эй, стой, не убегай. Подожди. Что с тобой? Простите, это что-то запнулся и... камера в порядке? Вроде бы. Чё такое там увидел, что так испугаться можно было? Тагучи, почему ты убегаешь? Черт, лента почти полностью записана. Куда он положил наши запаски? Уж я сам с ним, прям с ними убежал. Насранец. Похоже, это все. Интересно, о каком выходе они говорили? Я думаю, что выход это возвращение домой. К сожалению, в этой записи нет подробностей.
Оператор искал запасные кассеты. Думаю, существует предложение. Давай, как только найдем Юко-чан, попробуем поискать кассеты. Да, хорошая идея. Итак, давай сначала осмотрим второе крыло здания. Ну да, правильно было бы. Ох, думаю, мы не сможем забрать камеру. Она просто прикреплена к телевизору. Каким образом вообще? Мистическим. Значит, нам придется вернуться сюда, если найдем другую кассету. Ну, в этой игре естественное такое возвращение. Так бы сейчас бы сохраниться, конечно. Но можно, конечно, на этом месте закончить эту серию. Не знаю, так мне довольно простянулось. Ха? Оре? Что тут произошло? Кула полностью изменилась. Думаю, ты из-за последнего землетрясения. Да, чувствую, это что как будто здание постоянно расширяется или сжимается вокруг нас. Так или иначе, нам нужно двигаться вперед. Ой. Хорошо. Подожди, немного, Сатоши. Я отряхнул осколки из стекла с твоей спины. Да, сейчас он скоро встретится, в общем-то, и... Аюми с Кищиномой и Сатоши с Наоми. Будет встреча. Так, а погоди, там у нас... По-моему, сейчас там будет встреча-то. А, с другой стороны, вам сохраниться можно, если не ошибаюсь. Ага, ну, в общем, сохранимся на этом месте. И уже дальше продолжим в следующей серии. По номеру, которая будет, получается, 14-я. Будем проходить дальше. Главу пятую. Так, ну вот это, конечно, мог бы вот это сохранить. В общем, на этом месте заканчиваем эту серию 13-ю. Что там дальше случится, мы узнаем, в общем-то, в следующем эпизоде по номерам 14. А, в общем, выберутся они там, смогут ли понять, кто же виноват во всем этом. Как-то, в общем-то, исправить всю проблему, чтобы больше сюда никто не попадал в будущем. И не погибал, в общем-то, в этом месте. На этом все. Если видео понравилось, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии. Только лишь конструктивную критику без мата оскорблений. С вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч. Like a diamond in the sky, when the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle.